школах областной столицы идут последние приготовления к новому учебному году. Завершаются ремонтные работы, ученики получают учебники, а педагоги составляют планы работы на год. Подробнее об этом расскажет Юлия Савинцева. Лицевая сторона школьного здания уже практически готова. Остались только сложные работы наверху. Но к концу недели школа номер 4 будет готова встретить учеников обновленной. Это последние работы по подготовке образовательного учреждения к новому учебному году. В школе уже установлены пластиковые окна и все при помощи организации шефов, которых у образовательного учреждения два. Мы очень довольны, то, что этот проект был запущен. И то, что на сегодняшний день мы уже в денежном выражении получили помощи на 433 тысячи рублей. Это почти полмиллиона. Это очень весомый вклад в подготовку школы к новому учебному году. К новому учебному году предприятия-участники городского проекта «Шефы» уже помогли подготовить около 150 образовательных учреждений Вологды. Это детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, тем самым оказав благотворительную помощь более чем 19 миллионов рублей. И это еще не предел, так как к проекту присоединяются все новые предприятия города. Получили вот технологии и географию. Еще часть учебников недополучили. Поставка на этой неделе будет. Новые учебники к 1 сентября получат все школьники, а их в школе номер 4 около 600. В этом году образовательное учреждение получило почти миллион рублей с федерального и областного бюджетов на обеспечение всех учеников новой литературой. Особенно это касается 5-х и 6-х классов, которые в этом году начинают обучение по новым образовательным стандартам. Пока в наличии не все комплекты, но к концу недели каждый ученик получит около 20 книг. Нет проблем в этом году и с педагогическим составом. Укомплектовано 98% педагогических кадров. Активно ведется работа и с молодыми специалистами. За летний период активно мы поработали и с выпускниками наших педагогических специальностей. Безусловно, мы ценим наших опытных педагогов, которые также передают свой опыт молодым. И поэтому, конечно, все это способствует тому, что в городе Вологде, в общем-то, ситуация с кадрами не стоит остро. К новому учебному году готовы все образовательные учреждения. Теперь осталось только самое главное – торжественная линейка, первый звонок и урок, который в этом году школы намерены посвятить Году культуры и теме 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда-Портал.